Крутые повороты, рев моторов, всплеск адреналина – все это автогонки. В Чебоксарском районе прошел открытый чемпионат Чувашии по автомобильному спорту. Соревнования по автомобильному спорту открытого чемпионата Чувашской республики «Кросс на Кубок главы Чувашии» проходит в Чебоксарском районе рядом с деревней Чишкасы. Кросс юбилейный, проходит уже в пятый раз. От старта до финиша 1 километр 200 метров. Секунды отделяют участников от заветной победы. Напутствовал спортсменов временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Михаил Игнатьев. Свободный заезд был самым зрелищным в зачетных классах автомобилей. Сейчас очень интересный заезд был, я вернулся, полили трассу, трасса стала практически ледовая, то, что мы вчера ездили, это что-то грунт-асфальт, вот можно сказать, но сегодня было очень скользко, вот этот заезд, ну просто так, эмоции зашкаливают действительно, потому что удержать автомобиль чрезвычайно сложно, вот, сложные повороты, где-то полили сильнее, где-то меньше, поэтому ну, было непросто, соперники сильные ребята тоже, ну посмотрим на результат. Трасса подготовлена на совесть, подчеркивают участники соревнований. В Чувашию приехали спортсмены из Татарстана, Марийской республики, Кирова. Профессионалы знают толк в этом деле. Трассу все сами сделали, готовили днями и ночами. В общем, помогла, конечно, дождь. Есть будущее соревнования автоспорта, значит, это будет. Так как глава поддерживает автоспорт, спортсмен сам. И нам самое главное не подвести, стараться держать в таком же тонусе. Но погода все равно вносит свои коррективы. Температура все-таки высокая, и, соответственно, двигатели испытывают определенную нагрузку. А в остальном все замечательно, организация супер, выброс адреналина, положительные эмоции, естественно, новые друзья, знакомые. Ну и, соответственно, совершенствование навыков. Это в первую очередь, наверное, даже, да. Гоняешь здесь, весь выплескиваешь адреналин здесь, а на трассе уже спокойно, культурно. Все замечательно. Судьи наблюдают за заездами по всему периметру трассы. Они тоже сопереживают участникам. Титулованный чемпион России, победитель ралли «Париж-Дакар» Владимир Гольцев с удовольствием приезжает в Чувашию на судейство. Секрет победы – вот надо научиться управлять, во-первых, своими эмоциями, ну и владеть некоторыми приемами управления автомобилем. Ну и не опаздывать, как на поезд всегда, знаете, надо все делать вовремя. И правильные действия, вот управление автомобилем. Организаторы считают, что в перспективе Чишкасинская трасса вполне сможет принимать и соревнования Кубка России по автомобильному спорту. Регина Кубайкина, Дмитрий Ковалев.